Всем привет, друзья! Сегодня опять я в Чехии. Наконец-то, вот даже так неожиданно, практически случайно вообще я попал сюда. Нахожусь я в городке Солнице, рядом с этим городом. В прошлом году я был в Остроге, Угерский Острог. От того места я сейчас примерно километрах в 160, ну там плюс-минус. Сегодня 13 июня, лето, вечер уже. Где-то по 6 примерно время. Попал вообще случайно сюда. С Германии я переехал сюда. И вот мой первый выход в Чехии. Опять я в таком ожидании, в каком-то в напряжении. Кого увижу, вот шел сюда. Только выпало время у меня. Первый вечер я вышел, шел дождь. То заканчивался, то опять пускался. Но все-таки на вечер прекратился. И вот я вышел в лес. Уже видел следы косули. Одна косуля убежала, пока я сюда шел, не успел заснять ее. Ну вот такая красота. Вот только приехал, думаю, кого я первого из животных увижу. В прошлый раз зайчик был, и этот раз зайчика первого увидел еще перед этим. Вот вчера прогуливался, там вечером нашел, видел зайчика. А сегодня вот здесь леса, здесь и хвойный есть лес, и лиственный лес. Ну сейчас именно та часть, где я нахожусь, очень напоминает Финляндию. Такие заросли густые, еловые. Ну, красота невероятная, я весь в ожидании, кого увижу. Может, даже и олени будут, вот все-таки надежда есть и на оленей. Ну, косуля обязательно сегодня попробую заснять. Вообще, так все вышло, как-то спонтанно даже, я бы сказал. Ну, надеюсь, что все получится и животных я здесь засниму. В Чехии, если все нормально, я буду до середины августа. Выход будет еще не один у меня здесь. Здесь, в других местах я буду ходить. Ну, в общем, посмотрим. Надеюсь, что кадры будут не менее прекрасные, чем в прошлом году это было все. Здесь животных очень много, и надеюсь, что все-таки и новых животных я увижу. Терять время не буду, так как вечер, все буду рассказывать по ходу. Если не сейчас, не в этом выпуске, то в следующем. Ну что ж, пойдем поищем, кто здесь есть. Посмотрим еще. Напуганно просто шагом поднялся и начал ходить.
видно. Направо более просматриваемый. Вот какая-то тропа уходит. Слышал черного дятла. И кровососок, как всегда, много. Надел и кофту, жарко. Все равно надел. Следы косуль в этом месте появляются. Есть зверь. Тут еще немного дальше. Проходит здесь косуля. Здесь вышка. Я залез на вышку. Вот видно. Угол даже дятел долбил. Отверстие наделал. Внутрь вот только через окошко заглядывал, не заходил. Ну, там стульчик, пенопласт. Хотя зайти можно, вот только одна палочка здесь и все. Зайти можно легко. Но я поднялся наверх, в эту сторону направлены окна. Но здесь вырубка. Вырубка в Чехии, как правило, ограждена сеткой. Ну, что здесь сделано. Куда зверь выходит? А, вон вижу, даже косуля ходит. Ничего себе. За вырубкой. Yeah.
косули еще ушло. До этого видел в общей сложности 4 косули и с этими плюс еще 2, 6. 6 косуль. Пока место только изучаю, вот была одна косуля. Стоял, становился на одном месте, постою немного на засидке. Ну так и не увидел больше косулю. Начал продвигаться дальше. Вот еще 2 косули было. Бежали, могут полукруг накинуть и выйти все равно на открытое. Место неплохое. Не получилось заснять. Ну ничего, пока так, как пристрелка, узнаю места. Когда-то все равно получится снять хорошо. Подкрадусь. Ну что ж, друзья, все. 8:30 вечера. На сегодня мой выход закончен. Выход получился такой коротенький, но за это недлительное время я успел увидеть 7 косуль. Вот разница, как я ходил в Германии, в районе Дортмунда, там, насколько мало животных. И вот здесь первый лесочек и такое количество животных. Кровососок много, даже вышел из леса, и то садятся. Вот так, косуля на открытое не выходила. Всю косулю видел в лесу. Итак, в основном поодиночные особи. Один раз только видел 2, а то одна. Лесов много, буду пробовать, буду ходить. Этот участок леса я обошел не весь, я зацепил его только одну часть, крайнюю, правую, и все. Даже не ходил в центральную туда и на другую сторону. На другой стороне там я видел, есть вышки стоят, неплохие позиции. Может, если получится, выйду завтра утром. Завтра покараулю с вышки уже непосредственно, попробую так. Может, недолго буду, там с утра часов до 10 попробую на засидке посидеть. Ну вот так, а на сегодня все. Сегодня уже выход мой закончен, буду идти домой. Прощаемся, но ненадолго. Пока.